это мы приехали. Вау! О, Серафима! Так, мы на каток Серафима, на качели. Кто куда? Пошли, мы сейчас все пройдем, посмотрим, потом... Так. Вот такой каток здесь. Подсела. Ну что, пойдем. Серафимка, ну что, пошли дальше посмотрим. Это пока дядя убирает лед. Попозже будем кататься. Пошли посмотрим. Здесь фонтан. Смотри, Серафимка, глянь. Ух ты, фонтан какой, а. Фонтан пошли посмотрим. Ага. Сейчас день ВДВ отметим. 2 августа. Дочка, давай нырять в фонтан. Классно. Фонтан такой. Фонтан аж в небо. Вау, загорелся. Пошли. Серафима, пошли, там что-то рисуют. Вон много детей. Машины? Это футбол. Роботы играют в футбол. Серафима, роботы играют в футбол, да? Футбол роботы играют, да? Прикольно. Врезались, роботы врезались! Роботы врезались! Так, кто же у нас ушел за поле? Чей игрок? Чей игрок ушел? Итак, кто у нас делал наших замечательных роботов, выстраивает меня здесь? Андрей. Итак, это Николай, это был Данил, это была девочка. Класс. Роботы играют в футбол. Может, они хоть выиграют. Так, а куда мои пошли? Пошли? Что ты думаешь? Что вы тут спорите уже? Ой. Ой! Летучий инопланетянин! Серафима! Ляль, летучий инопланетянин! Дочка, смотри, там рисуют детки. Пошли посмотри, что там рисуют. Так, а что здесь рисуют? Иди сюда, смотри. А, здесь конструируют, лянь. Смотри. А? Может, тоже будешь рисовать? Куда мальчик? Потерял, да? Ты так сможешь делать? Роботы.
катался. Мне нравились в детстве такой конструктор. Да, Серафимка? Тебе тоже нравится? Ты же тоже конструируешь у меня, да? Обалдеть. Ну что, пошли дальше смотреть? Пошли. Пойдем. Так, что дальше? Мы в этом центре первый раз, поэтому мы ходим, еще ничего не понимаем. Ага, тут карусель как на улице у нас стоит. Лошадки, музыкальные лошадки, да? Ну пошли, все посмотрим, а потом будем кататься, хорошо? Вот она какая красивая карусель, лошадка. Угу. Пошли дальше. Лянь, там медведи. Какие-то медведи, а ну быстрее. Вот еще какая большая карусель. Вот на таком мы не катались, Серафима. Вот на таком мы не катались, да? Давай, сейчас будем. Пошли, все посмотрим, потом будем кататься. Медведи. Медведи с бочонками меда. Так. Что дальше? Пошли дальше. Пошли, вон папу потеряли, раздеваться. Так. Машинки здесь есть. Всевозможные игры. Вау. Игра монстров. Тыщ. Ау, наши победили, да? Вот это да. Лянь, тут какая-то такая съемка еще интересная, да? Лянь, замедленные кадры, ничего себе. Это хороший робот, как ты думаешь? Не знаешь? Вау! Прилетел инопланетянин. Ну пошли дальше посмотрим. Идем. Пошли покупать карточку и будем раздеваться и будем играть, хорошо? Серафима! Вау! Здесь рыбы, да? Класс! Будем ловить. Пошли дальше, посмотрим. Смотри, там какие карусели настоящие. Супер! Пошли, посмотрим. Вау. Смотри, Серафима! Вот на таком ты не каталась еще. Ничего себе карусель! Смотри, Серафима, какая классная, да, блестящая. А смотри, Лянь, смотри, вертолет! Эти, в космос полететь. Дочь, вот это тут интересно. Мы сейчас разденемся и будем... Лянь! Вот это круто! Круто! Мотоциклы! Не, ну здесь крутой, конечно, центр. Крутой центр, да? Сейчас мы разденемся и пойдем. Сейчас вещи сдадим. Лянь, здесь для мальчишек, слышишь? Лянь, леопард! Лянь, Серафима! Скажи привет ему! Рот открыл! Смотри, что сейчас будет, Серафима. Ну, это, наверное, для взрослых, да? Смотри, для взрослых. Какие горки. Вау!
машини. Страшно, Серафима говорит. Страшно, дочь? На таком будешь кататься? Нет. Нет? А вот на таком, доча! Вау! Если она будет плохо себя вести, мы ее туда засунем. Это точно космос! Ракета, Серафима, ракета в космос! Нет, ну нет, ну нет! Ну ладно, мы не будем на таких, это для взрослых. Сколько? Тебя возьмут в космонавты? А ну-ка! Сколько ты? Таких не берут в космонавты, да, пока, доча? А ну, давай, еще раз, давай, посмотрю. Ровненько стань. Вот, смотри, сейчас. 110. А надо, Серафима, 140. Так что таких действительно не берут пока космонавты. Вау! Супер. Вот это сейчас. Супер. Это они летят на Луну? А мне кажется, на Луну. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. На, поверни сюда. Смотри, вот мяч, мяч. Вау, а здесь полетели шары. Лянь, шары с языком показывают тебе язык. А вон, видишь, шар с язычком. А вон арбуз летает. Они разные. Не видишь шар с языком? Вон взлетает. Вон он. Вот он, да, шар с языком. А вон арбуз. Шар-арбуз. Вот он, арбузик. Сейчас и тут будет. А вон шар-мяч. Ну как они? Вышли хорошо? Как им там? Космонавтах. Ну что, вот это запускают? А это вертолетик. Сейчас вертолеты полетят. Пойдем там. Давай, сейчас посмотрим, как вертолеты полетят, и пойдем. Кукурузники. Ага. Так это самолеты полетели. А, самолеты? Так там еще можно эти управлять вот, крыльями. Видишь, там у него два рычага с одной и с другой стороны. Посмотри, там сейчас, правда, никто не качает, но я думаю, когда начнет качать, он будет еще двигаться. Ну, со стороны в сторону. Ой-ой-ой! Во-во-во, сейчас это. И тут затарахтели. Я боюсь. Тут вертолеты, тут машины. Им страшно там? Доча, им страшно? А эти, лянь, летают уже наискосок.
Опять затарахтели. Что ж она так тарахтит сильно? Страшно так. Ага, страху нагоняет. Да, дочка говорит, ей там страшно, она не будет кататься на этой горке. А я ей сказал, если она будет себя плохо вести, мы ее туда засунем, туда. А вертолеты долго летают, да? Да. А машины только один кружок, да, получается? Да. А вертолеты долго, да? Да, дело в том, что дочка-то боится. Там, видишь, в кабине только один человек может сидеть. Ну ты посмотри, тут космонавты только за 140 берут. Это 115. Еще 5, ой, тут 140, ну тут еще порядок что-то. Расти, о, расти. А теперь, пойдем дальше, Серафима. Вон туда мы пойдем, смотри, там детей много, пошли покажем, куда мы сейчас идем. Ой, лянь, двухэтажный развлекательный центр, смотри. Сейчас? Тут прыгают, а тут прыгают. Пищишь от радости, да, дочь? Вау! Дельфин! Ну что, давай планировать дальше, иди сюда.